SpaceAd – сайт, где мы зарабатываем на просмотре рекламы абсолютно без вложений. В этом видеоролике я вам покажу кошелек, на который мы можем вывести отсюда свою прибыль и там же сразу обменять себе их на гривны, либо на USDT, на USD, точнее, на доллары, либо на евро. Также покажу, как делать вывод на MetaMask, как добавлять токен USDT в MetaMask, ну и сам кошелек Trusty Wallet. Либо на Trust Wallet вы сможете его добавить, так же, как и на MetaMask. Ну, короче, сейчас я вам все объясню. Перед тем, кстати, как начну, подпишись на мой телеграм-канал и на можешь на чат подписаться вообще по этому проекту, потому что будут какие-то новости и обновления, информация будет там. Хорошо, давайте начнем с чего? Давайте с MetaMask все же начнем. Многие спрашивают, как добавить MetaMask USDT, чтобы его было видно. Смотрите, во-первых, у нас здесь есть у всех адрес, то есть, как вообще, давайте с самого начала, ладно. У нас в Google Chrome, давайте на этом примере, есть вот такая штучка. Мы здесь называем, нажимаем управление расширениями, и здесь вписываем MetaMask. Неправильно написал, MetaMask. Здесь мы скачиваем MetaMask, оно будет как, не знаю, как приложение у нас в браузере. Вот, и после этого мы заходим в MetaMask, создаем кошелек, вам дадут 12 фраз, 12 слов секретных, которых никому не надо рассказывать. И у нас будет свой кошелек. То есть главное у нас, чтобы здесь было BSK Mainnet. Видите, у меня вот здесь навожусь, пишет BSK, Binance Smart Chain. Хорошо, здесь у меня есть BNB, это не важно. Нам надо добавить, чтобы отображались наши USDT, наши доллары, которые мы будем выводить. Ну, мы хотим, чтобы они отображались. Для этого мы нажимаем Import Token и здесь вставляем вот такой адрес. Видите, пишет USDT. Add custom token и import tokens. Все, у нас теперь здесь и BNB, и USDT. Так, хорошо. Дальше, у нас есть MetaMask на данной сети, у нас уже есть доллары. И для того, чтобы вставить сюда свой адрес для вывода, мы просто копируем вот этот адрес. Он одинаковый, что здесь, ну, если там для безопасности. А нет, тут даже нет вот этой кнопочки. Мы просто вот копируем вот этот адрес, раз, и вставляем его вот сюда. Таким образом мы добавляем адрес для вывода. Теперь давайте перейдем ко второму способу, как выводить и сразу выводить на карту. Приложение называется Trusty Wallet. Я оставлю ссылочку в описании. Переходи и скачивай. Давайте я сделаю его так, чтобы вам было получше видно. Оп, ой, такой большой. Выглядит оно вот так. Там тоже при скачивании надо 12 слов своих запомнить. И потом мы попадаем вот на такую вот штучку. Далее, для того, чтобы взять свой адрес, мы нажимаем на «Добавить актив». Нажимаем «Добавить актив», как видите, вот такая графа появляется. Мне надо просто два телефона, чтобы видеоролик прикольно записать, но уже есть как есть. И вот этой графе «Поиски» мы вписываем USDT. И там, где мы вписываем USDT, как видите, есть Tether BEP20, самый верхний он у меня, USDT BEP20. Мы ставим галочку, бам, раз, прогружается. И у нас сейчас в кошельке появится кошелек и данный токен. Так, потом я ищу данный токен вот здесь, как видите, есть Tether BEP20. Нажимаю на него, и здесь получить кнопочка есть. Кнопка получить, окей, и мы копируем свой адрес. И вставляем куда? Правильно. Ой, так, неправильно, вот так. Сейчас я поменяю камеру. Копируем свой адрес и вставляем вот сюда. Далее, покажу вам еще момент по этому кошельку, почему его показываем. У нас в данном кошельке встроен обменник, как видите внизу. Мы нажимаем на обменник. Секунду, сейчас прогрузится, скажу, что здесь отображается. И здесь есть, что мы отдаем и что получаем. Как видите, при получать мы можем на украинскую карту, евро, доллар и там вроде бы еще, сейчас я посмотрю, есть еще казахский тенге. Вот, поэтому этот кошелек для жителей Украины будет очень удобным. Вы сразу можете вывести свою прибыль и вывести ее себе на карту. Ну, тут, думаю, все и так будет понятно, потому что вот отдаете, например, отдаете, мы выбираем здесь тезер, тот, что мы добавили. И там, где получаем, мы выбираем ту валюту, которая нам нужна. А там, где метод, мы вот выбираем кэш, карт, АТВ, Perfect Money и так дальше. Выбираем, что нам будет удобней. Таким образом, есть два таких способа, которые я вам показал. Но таким образом можно и на обычный Trust Wallet добавить себе USDT BEP20 и выводить туда.
Тут уже как вам удобней. Будут еще какие-то новости по данному направлению, я буду вам рассказывать и показывать. Потому что мне кажется, что у них все получится. Ну, хочется верить, честно говоря, потому что вот уже сколько дней подряд они выводят большие суммы, там в телеграм-канале я показывал. Поэтому будем ждать, пока вот рефералку сделают. Где-то 20-го, в районах 20-х чисел должны прикрутить реферальную программу, и мы уже будем зарабатывать полноценно с того, что зарабатывают и выводят наши партнеры, те, которые зарабатывают вместе с нами. Поэтому здесь можно будет заработать довольно-таки неплохо, мне так кажется, на первый взгляд. Все, всех благодарю за просмотр. Если есть какие-то вопросы, пишите, буду записывать вам инструкции. Всем спасибо, всем пока.